Всем привет, друзья! Сегодня я хочу попробовать вот такое вот очень необычное Орео, которое, естественно, можно купить в нашем магазине. Здесь мороженое со вкусом черники. Посмотрим, чем оно отличается от обычного Орео. Ну, я уже предвкушаю что-то интересное. Должен сказать, что привозим мы такие Орео уже довольно давно, но вот как-то именно самому попробовать как-то то не было возможности, то не было времени. А сейчас вот решил для вас провести, так сказать, эксперимент, попробовать, что оно такое, как оно на вкус. Вот, ну, давайте попробуем. Ну что, давайте попробуем это необычное Орео. Вот, на самом деле, за все то время, что занимаюсь иностранными сладостями, поразился тому количеству Орео, которое мимо России проходит. Там огромнейшее количество вкусов есть, причем не только сладких. Вот у нас из самого интересного в магазине было Орео со вкусом копченой курицы китайской. Даже вот такое было. Так, ну ладно, давайте. Благо тут без ножа обошлось, при этом можно и так вскрыть. Давайте вот попробую. Оп, как хорошо отвалилось. Ну, печенье стандартное. Тут ничего такого нет. Хрустящее, как обычно, шоколадное. Вот главное, это вот, осиночка. Да, такая вот. Необычного цвета, не белая. Сейчас пожую. Да, чувствуется вкус, собственно, черники, и знаете, оно холодит. Такой то ли мятный привкус, то ли еще, но вот черника и холод. Вот, видимо, поэтому оно и названо мороженым. Да, слушайте. Очень необычное сочетание. Видите, в первый момент вот черничка, а потом после себя оставляет такое прохладное послевкусие. Кстати, оно до сих пор остается послевкусие. Прям, да, такого Орео я еще не пробовал. Это очень необычно. Очень необычно. То есть, реально вот то, что вот... сейчас как бы не рассыпать. Вот то, что айскрим, оно свое название оправдывает. Да. То есть вот этот холодочек, вот он как раз таки за айскрим и отличает. А что вот, друзья, приходите, берите. Штука невероятно необычная. Вот. Опять же, любого ребенка, да и взрослого тоже порадует. Вот. Помимо этого у нас и есть и вафли Орео. Есть и всякие батончики Орео, печенье Орео, значит, с белыми печеньками, Орео мятные, Орео, с чем еще у нас, с ореховой пастой, вот. Ну и будем стараться возить еще всякие разные тоже варианты, у нас и подушечки Орео тоже были, вот. Очень хочется привезти Орео с васаби, китайское. Вот если завезем, то попробую его тоже, так сказать, на вкус обязательно. Вот. А что такие вот пироги, друзья? Заходите, берите наш магазин «Нарисованный мир». Есть из чего выбрать в плане Орео и прочих сладостей. Все. Всем спасибо, всем пока!